Видео мы пишем на Huawei Mate 8. По идее, он пишет на звук стерео, потому что здесь вообще три микрофона для шумоподавления установлено. Разрешение у нас Full HD. Динамическая фокусировка, время съемки включается в настройках камеры. Работает вполне-таки хорошо. Частота кадров где-то, по-моему, около 30 кадров в секунду. Жалко, не сделали 4K, ну, 4K видео. Также есть режим 60 кадров в секунду. Думаю, мы его сейчас испытаем. И замедленная съемка, кстати, тоже. Так. Баланс белого хороший, вполне. Сенсор, кстати, на 16 мегапикселей используется.